Красивый, статный, молодой. Таким художники и Щелкова Александр Морсин и Илья Чичикин изобразили героя Советского Союза Аркадия Федоровича Ковачевича. Граффити с портретом генерал-лейтенанта авиации участника Великой Отечественной войны появилось на стене спортивно-патриотического центра «Крылья» в Монино. Работа будет представлена на областном конкурсе граффити, в котором Саша и Илья уже не единожды выигрывали. Ребята признаются, они рады, что посредством своего творчества могут помочь украсить родной округ. Если мы знаем, как сделать хорошо, мы это делаем. Большие проекты, ну, они чем больше, тем интереснее. Хотелось показать и человека, и стихию больше, а не войну. Вот основной посыл, наверное, вот такой. Идея нарисовать портрет генерал-лейтенанта Ковачевича на стене центра «Крылья» появилась не случайно. При жизни Аркадий Федорович возглавлял клуб военно-патриотического воспитания авиаторов, который базировался в Академии военно-воздушных сил в Монино. Центр «Крылья» продолжает сохранять наследие героя Советского Союза и занимается военно-патриотическим воспитанием молодых людей. Если Аркадий Федорович работал больше с участниками Великой Отечественной войны, мы работали с детьми и молодежью. Мы часто с ним контактировали, встречались, и мы его помним еще, когда он был жив. Поэтому решение написать в нашем центре именно его не возымело никакого сомнения. Мы были только рады и достойны, чтобы этот человек был на нашем здании. Композиция нового граффити проста и в то же время глубока по смыслу. Аркадий Федорович практически всю свою жизнь провел в небе, поэтому изобразить его молодым на фоне облаков рядом с самолетом было, пожалуй, самым верным решением. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.